Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. В бездне времени. Жизмин, Грейвулф, вы видите? Ратамон закончил строительство еще одной пирамиды. Ратамон приближается к своей цели. Скоро он освободит Сета. Мы должны найти способ остановить его. Поэтому я согласился встретиться с Рамамоном. Каким бы коварным он ни был, когда-то он был самым могущественным колдуном в Стигии. Нет смысла договариваться с Рамамоном. Он не лучше Месмиры или самого Ратамона. Но Ратамон и его враг, может быть, стоит рискнуть, и вдруг Рамамон поможет нам. Присмотри за остальными конями, Гром. Я скоро вернусь. Саванти! Я не буду ждать долго, если он не появится. Смотрите, стигийский патруль! Чужестранцы в атаку! Нельзя, чтобы они предупредили Ратамона! Это ловушка. Рамамону нельзя доверять, я же говорил. Не слушай этого глупца. Чего вы ожидали? Вы в Стигии. Здесь должны быть патрули, разумеется. Или ты просто ждал, кто победит? Зачем ты таскаешь за собой примитивного мага? Я способен на большее. Говори о деле, колдун. Хорошо. Здесь небезопасно разговаривать. Идите за мной. Акнетатен над Фало. Добро пожаловать в мое скромное убежище. А, куда на этот раз затащил Нидл большой глупый варвар? Нидлу не нравится это место, а? Мне тоже, Нидл. Не подходите к этому металлическому диску. От него так и веет черной магией. Грейвулф, твои мудрецы из Ксентоса нашли способ восстановить силу амулета Вателлоса. Наши ученые трудятся день и ночь, стараясь перевести книгу Скеллоса. Мы найдем ответ, и тогда... Я уже нашел его. Смотрите! Смотрите!
Вателос, воин-колдун прошлого, сражался с Сетом, когда земля была совсем молода. Он сделал амулет, чтобы тот притягивал к себе силы Сета и очищал их от злой сути. Затем очищенная энергия могла быть использована теми, кто знал нужное заклинание. Амулет способен снимать проклятие застывшего камня. Но это при условии, если им правильно воспользоваться. Но Сет находится в бездне времени. Если он вырвется оттуда, даже амулет со всей его силой не спасет человечество. Конан, ему нечего предложить тебе. Пойдем. Нет, если бы он ничего не мог предложить нам, то не стал бы приводить нас сюда. Ты более разумна, чем твои товарищи. С помощью этого диска я могу открыть врата в бездну времени и послать вас туда. Там вы встретитесь с Сетом, зарядите амулет, и я перенесу вас обратно. Мы можем попасть в бездну времени? Конан, я могла бы найти там свою мать и вернуть ее на землю. А, бездна времени! Ужасное место, полное змей! А змеи ненавидят вас! А как же Стивус, твой отец? Он ведь тоже там! Я не хочу думать о своей змеиной половине. В твоих жилах течет змеиная кровь? Я не знал об этом. Тогда тебе грозит опасность. Сет способен управлять всеми, в ком течет змеиная кровь. Будь осторожна, Жасмин. Все равно. Пошли меня туда. Я готова взять амулет и отправиться туда одна. Нет, мы пойдем вместе. Конан, это безумие. Рамамону нельзя верить. Вернемся в Ксентос. Мы найдем другой способ зарядить амулет. Грейвулф, возможно, другого способа не существует. У нас слишком мало времени. Хорошо. Если моя дружба и мой совет ничего не значат для тебя, можешь делать, что хочешь. Значит, договорились. Начнем. Оказавшись там, действуйте быстро. У вас будет всего час после того, как я открою ворота. Если вы не найдете его, то останетесь там навсегда. Только Феникс может привести вас к вратам. Не потеряйте его, иначе останетесь там навсегда. Нидлу не нравится эта идея. В щите ты будешь в безопасности, друг мой. Оставайся там, пока я не позову тебя. Абалос Негбатемлак! Форнас Адхарамалак! Конан! Держись! Кром. Вот она, бездна времени. Да сохранит нас Митра. Конан, как я смогу найти свою мать? Посмотрим. Кром! Конан! Это Конан! Ненавистный Конан явился сюда! Схватить! Взять, Жасмин! Конан, будет ли наш звездный металл действовать на них здесь, в бездне времени? Сейчас мы это узнаем. Хватайте его! Неплохо! Смотрите, звездный металл бессилен против нас! Конан! Они ничего не могут с нами сделать! Взять их! Ah!
справиться с ними. Не сдавайся! Хватай! Нет! Отпусти ее! Мама! О, мама! Жасмин, что ты здесь делаешь? Мы пришли за тобой. Поторопитесь, пока змеи не восстановили свои силы. Идите за мной! Брат мой, сестра, вы не можете успокоиться с тех пор, как мы покинули пещеру Рамамона. Я знаю, что вы хотите сказать. Я не должен был оставлять своих друзей. Да, это все моя гордыня. Да поможет мне Тарим. Надеюсь, я не опоздаю. Если я не могу отговорить вас от встречи с Сетом, может быть, это заставит вас передумать. Оглянитесь вокруг. Смотрите. Дворец Сета охраняют тысячи змей. И где-то среди них затерялся мой любимый Астивус. Ты все еще любишь его? Он делал все, чтобы защитить меня. Но даже он не мог долго сопротивляться воле Сета. Память о тебе, моей дочери, давала мне силу и мужество. Я научилась жить здесь, научилась бороться. Но я умоляю вас, уходите отсюда, пока не поздно. Вам никогда не добраться до Сета живыми. Это и не нужно. Он сам явится ко мне. О, всемогущий Сет ненавистный явился сюда. Он здесь. Я разорву на части этого кемерийца. С ним девчонка Жасмин, в которой течет моя кровь. Тогда она не сможет противиться моей воле. Держи, пусть Нидал останется с тобой на всякий случай. Сет, трусливый червяк, сразись со мной! Это Конан! Выходи на бой, если у тебя хватит смелости! Нет! Сопротивляйся, Жасмин! Я не позволю ему завладеть и твоей душой! Я разделаюсь с тобой. Попробуй, ползучая гадина. А-а-а!
покончил с Конаном. Теперь уже навсегда. Сет зовет меня. Я должна идти к Сету. Нет, не слушай его. Сопротивляйся. Да, Жасмин, иди ко мне. Конан, помоги мне! Помоги! Жасмин! Ты должен умереть! Где? Где я видел этот амулет? Это было 1000 лет назад. Он принадлежал Вателосу. Да, амулет может защитить тебя от моих злых чар, но он не спасет тебя от моих клыков. Аболос Негбатемлак, Форнос Адхарамлак, Элаларнас. Ай! Нидл чувствует магию! Врата открываются! Надо идти! Следуйте за Нидлом! Нужно как-то остановить ее! Звездный металл, Жасмин! Звездный металл! Он мой единственный шанс! Мама, что? Сет чуть было не захватил тебя, но теперь ты свободна. Все в порядке. Магические ворота открыты. Следуйте за Нидлом. Быстрее, 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 быстрее! Нидл, берегись! Быстрее, быстрее! Ой, ай, ой! Нидл! Быстрее, быстрее! Магические врата закрываются! Ой! Я не могу уйти без Астивуса. Я должна найти его. У нас нет времени. Идем. Нет. Нет. Что с амулетом? Все получилось так, как ты сказал. Телос Абакаэльнама! Рамамон, предатель! Клянусь громом, я освобожусь, и тогда... Думаешь, я позволю использовать силу амулета Вателоса какому-то варвару? В моих руках этот амулет Фулмина Иктус! Ты ничего не сделаешь! Саша, Миша, вперед! Освободи моих друзей! Телос, Абакальнама и Марно! Грейвулф, я рад тебя видеть! Это принадлежит тебе. Грейвулф, подожди. Клянусь, я буду помогать вам. Подумай, что такой могущественный колдун, как я, может сделать с помощью амулета.
Я предпочитаю верить доброму сердцу варвара, чем лживым клятвам стигийского колдуна. Кстати, о клятвах. Макола! Назад, глупцы! Теперь вы не можете прикоснуться ко мне. Но когда Сет явится на землю, вы будете умолять меня о пощаде. Я уже встречался с Сетом и, как видишь, остался жив. И если придется еще раз драться с ним, победа будет за мной.